Питомник Jazz Funk приветствует всех любителей английских рабочих спаниелей. Вашему вниманию английский кокер спаниель рабочего разведения. Вот. Мы хотим похвалиться, порадоваться совместно с вами тому, что у нас в питомнике появилось 6 щенков от великих собак. Это Филтрайл чемпион Бушвилл Баркут и Филтрайл чемпион Jazz Funk Blues. Хочу отметить, что в России не так много чемпионов. Их всего пока на данный момент 3. И двух из них произвел питомник Jazz Funk. И одну собаку мы купили в Англии 10 лет назад. Цель работы питомника – это получение лучших из лучших. Питомник не занимается размножением животных, а занимается исключительно сравнением, тестированием, выделением лучших из лучших в дальнейшем для охоты, для спорта и, возможно, племенного дела. Как выбрать таких собак? С двухмесячного возраста мы начинаем тестирование активное, сравнивая собак между собой. Во-первых, мы учитываем скорость собак, учитываем контактность, активность, с которой они бегут за мячиком, ну и, естественно, как они подают, как они удерживают мячик во рту, как контактируют с ведущим. Ну, давайте посмотрим, как это делается. Пока. Начнем мы с нашей любимицы, единственной сука в этом помете, Jazz Funk Superstar. Кобель по кличке Супер Купер. Посмотрим, как он будет подавать. Это щенок по кличке Супер Макс. Дождь прошел, и стелется лунный свет. Нет причины. Щенок по кличке Супер Гуд. Этой ночью мы с тобой одни. Крылья мне присягни на спине. Мне. Это щенок по кличке Супер Дупер. Городов и станций скоро вспыхнут взлетные огни. Крылья мне пристегни на спине. Легкой дороги, легкой дороги нам пожелать. Самый толстый щенок в помете Супермен. Красавчик, смотрите как. Добрые боги, дорога в рай. Я бью по струнам, небо падает на плечи мне.